Всем привет! Команда «Универ Ньюс» приготовила для тебя порцию самых свежих новостей. Меня зовут Настасья Иванова. Сегодня ты увидишь. Защита дорожных карт Института экологии и природопользования Казанского федерального. Ректор КФУ ознакомился с новой лабораторией химического института. Стань предпринимателем! В Казани прошел форум «Перезагрузка». Институты Казанского федерального университета продолжают защиту своих дорожных карт. Каковы стратегии развития Института экологии и природопользования и Химического института имени Бутлерова, вы узнаете 19 марта. Далее мы расскажем вам, как будут развиваться Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций и Институт международных отношений истории востоковедения Казанского федерального университета. Подробности в сюжете Дианы Шиловой. 16 марта свои дорожные карты представили Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций и Институт международных отношений истории востоковедения Казанского федерального университета. Первым о достигнутых результатах и планируемых мероприятиях рассказал директор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Михаил Щелкунов. Рассказав о структуре, количестве научно-педагогических работников и обучающихся, он остановился на ключевых показателях, которые необходимо выполнить их подразделению. Последние 3 года... Единственный институт, который демонстрирует такую динамику в отношении участия ППК в контексте своих коллег по блоку, это наш институт, и динамика впечатляет. С предпоследнего места в 2015 году до второго места в прошлом году. Мы считаем, что также вносим существенный вклад и в продвижение федерального университета по глобальным рейтингам, в частности, в рейтингах КУЭС. Гуманитарные науки и искусства, университетский рейтинг и, конечно, рейтинги ТЭЧ социальной науки. Вторым выступил директор Института международных отношений истории востоковедения КФУ, который большое внимание уделил образовательной и научной деятельности, которая проводится совместно с ведущими исследовательскими центрами. Ресурсный центр всемирного культурного наследия вносит свой достойный вклад в продвижение Казанского федерального университета по направлению археология. Здесь же рядом с ним и 2 центра, которые также развернуты у нас. Они лингвистические. Центр развития компетенции «Универсам плюс». Ну, с 3 миллиона рублей за 2 года достигли размера образовательных услуг до 20 миллионов. Хотим, чтобы в своей работе он сделал упор в том числе и на предоставление онлайн-услуг. В 2017 году КФУ удалось войти в число 100 лучших университетов Европы в области археологии, в мировом рейтинге лучших университетов мира КУЭС. Именно эти 2 института представлены в рейтинге КУЭС и находятся на высоких позициях, приближенных к сотне. Ксения Сурова, Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров принял участие в совещании, посвященном развитию образования в Тетюшском муниципальном районе. Однако и о деятельности университета забывать нельзя. В КФУ функционирует новая лаборатория сверхбыстрой калориметрии. Она стала первой, где ученые сосредоточены исключительно на конкретной отрасли химической науки. 16 марта с ее возможностями познакомился ректор Казанского федерального, а также наш корреспондент Аделя Шамилова. Ректор Казанского университета в сопровождении своего советника Адели Вафина и директора Химического института имени Бутлерова, проректора по инженерной части, а также научных сотрудников вуза совершил обход по обновленным лабораториям Химического института. Поводом обхода стала работа новой лаборатории сверхбыстрой калориметрии, которая является первой в России, где ученые сосредоточенно работают над конкретной отраслью химической науки. На каких задачах сосредоточены сотрудники данной лаборатории, нам удалось выяснить у ее старшего научного сотрудника. Мы являемся первой лабораторией, которая занимается этим методом в России. То есть мы хотим вот научиться хорошо работать с этим методом, найти ему новые применения, найти какие-то применения, которые интересны для нашей республики, вот, и развить, чтобы была рабочая лаборатория. То есть когда закончится мегагрант, чтобы была уже работающая лаборатория, были люди, которые квалифицированы, которые могут работать на этом приборе. Развитие быстрой сканирующей калориметрии в ближайшем будущем будет следовать различным направлениям. Ожидается исследование таких систем, как лекарственные препараты. Таким образом, подробное исследование сверхбыстрой калориметрии станет одной из тем ближайшего десятилетия. Мы уже год работаем, уже есть результаты в виде статей. Ну и ректор посмотрел нашу лабораторию, интересовался перспективами включения нас в общую тематику, других исследований университета.
Проводимые нашими учеными исследования имеют серьезные перспективы. Планируется, что полученные результаты первой лаборатории в России сверхбыстрой калориметрии помогут найти новые применения в данной отрасли химической науки. Адель Шамилова, Ленар Тавлетьяров, Универньюз. Редакция «Универньюз» хотела бы поздравить студента третьего курса Казанского федерального университета Никиту Полякова с победой на Кубке по менеджменту «Управляй». Он попал в десятку лучших из 16 тысяч студентов со всей России и получил грант на 500 000 рублей. А теперь к другим новостям. В Казани прошел предпринимательский форум «Перезагрузка». Какие темы затронули гости и чем запомнилось это мероприятие, узнайте в нашем сюжете. 16 марта в баскет-холле прошел форум по развитию предпринимательских компетенций «Перезагрузка». Мероприятие организовано Министерством экономики Республики Татарстан. Гостей ожидали выступления спикеров, среди которых основатели многих прибыльных компаний, представители экономических университетов и просто яркие предприниматели. Форум открыли приветственными словами ректор школы бизнеса «Синергия» Григорий Аветов и президент Республики Татарстан Рустам Миниханов. Ведущие сразу же принялись заводить публику. Не остался в стороне и президент Татарстана. Давайте покажем пример. Гриш, с нами! Рустам Нургалиевич, поживите нас, поживите! Рустам Нургалиевич, президент Республики Татарстан! Для зрителей также выступил и руководитель фабрики предпринимательства Айрат Булатов. Это уникальный проект Казанского федерального университета и правительства Республики Татарстан. Фабрика предпринимательства является партнером форума «Перезагрузка». Фабрика здесь представлена своими участниками. Здесь присутствует более 500 делегатов фабрики предпринимательства. И сегодня я в своем выступлении расскажу про те кейсы, которые есть у нас на фабрике, для того, чтобы смотивировать участвующих начать заниматься или развивать свой бизнес. Форум вызвал огромный интерес. В баскет-холле собралось 6 тысяч человек. Продвижение бизнес-сферы реализуется именно таким путем. Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универньюз. 16 марта состоялся уже ставший традицией весенний бал для учащихся IT-лицея Казанского федерального университета. О том, как это было, смотри далее. Вот и прилетело самое долгожданное, нежное и поистине романтическое событие этой весны – весенний бал IT-лицея Казанского федерального университета, который состоялся 16 марта в Институте фундаментальной медицины и биологии КФУ. В этом году прошел 6-й юбилейный бал. Присутствовавшие на несколько часов окунулись в романтическую атмосферу 19 века. Неописуемые уже эмоции, когда ты танцуешь вместе с девочкой, и все это синхронно, все вместе – это очень классно. Это был мой первый бал, так что остались незабываемые впечатления. Это было, мы очень долго готовились. Великолепные танцы, театральные постановки учеников и воспитателей, вокальные номера – все это подарили зрителям организаторы и участники весеннего бала. Юноши и девушки блистали нарядами, кружили в вальсе, покоряли и вдохновляли сердца присутствовавших. Артем Тупичкин, Диана Шилова, Ленар Довлетьяров, Универньюз. Универньюз продолжает следить за тем, как проходит студенческая весна 2018. Какие институты выступили на четвертом дне фестиваля, узнаете в следующем сюжете. В концертном зале КСК КФУ «Уникс» прошел четвертый день студенческой весны 2018. На нем были представлены выступления студентов юридического факультета и химического института имени Бутлерова. Ждем, но то, что будет очень круто, классно, по-семейному, как и в принципе всегда на нашем факультете проходит студвесна. Очень позитивно, вместе и дружно. Отличительной чертой этого концерта стало изобилие театральных постановок, которые затрагивали актуальные проблемы современности, как, например, зависимость молодежи от социальных сетей. Танцевальные и вокальные номера, наоборот, уходили в старину к народным танцам и песням. Одним из самых ярких выступлений стал казачий танец коллектива «Эсперанто». Настройка, как обычно, боевой, ощущения тоже такие. Очень надеемся получить положительные эмоции и заряд энергии от зрителей. Ксения Сурова, Ленар Довлетьяров, Универньюз. На этом все. Подписывайтесь на наши социальные сети и будьте всегда в курсе самых интересных новостей.